Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале Дуда Плей и мы продолжаем играть в игру House Flipper. И я хотел бы купить небольшой домик, вот такой за 2 миллиона 700. Да. Купить и потом его продать. Так. Ага. Ты купил новый дом и ты хочешь в него переехать? А, так, если ты хочешь остаться в офисе, то можешь перейти к купленному в любой момент. Пользуюсь скидкой. Так, перейти, остаться. Так, но мы остаемся, да. Но мы, в смысле, мы переходим через калитку в этот дом, да? Так, перейти к дому, незваными гостями, дом, который наел, перейти к заказу, все подвести ремонт. Так, нет, вот, дом с незваными гостями. Я его купил. Вот этот дом я купил за 7,5 миллиона рублей. Офигеть. Так, ну мы сделаем здесь ремонт этому дому. Вот и видишь, у нас этот покупатель слева. Возможно. Так, давай это все выкинем. О, таракаши здесь, смотри. Ну, они за 7,5 миллиона дом продают. С тараканами. Офигеть, как я там такой дом купил? Так, если я сделаю, если я за 7,5 его купил, я его за десятку, не меньше, буду продавать. Не знаю, потому что я здесь делаю ремонт. Я сейчас сделаю здесь много чего интересного. Так, ну, главное хотя бы так, убраться здесь. Так, то же самое, где у нас? Это мы все удаляем. Грязь эту всю. Так, смотри, эта штука у нас. Разбитое стекло, зеркало, что ли, еще. Так, удаляем. Это тоже выкидываем. Так, это тоже баночки, всякие скляночки. Так, дверь. Может, дверь тоже подадим? Такая она страшная. На десятку. За 4,5. Так, давай это все продаем. Дверь мы поставим новые. А тут какие-то... А, нет, просто это две двери. Так. О, офигеть. Давай все эти двери выкинем. Это тоже по максимуму, короче, все удаляем здесь. И сделаем нормальный ремонт. Вот этот прикольный столик. Мы его оставим. Так. Это удалим. В принципе, не нужно. О, тут клевать надо, ё-моё. Да, да, я в шоке. 7,5 миллиона? Вы серьезно? Так, ладно. И тут тараканы, смотри. Угу. Так, и тут тараканы. Так, это я все удаляю. Так. Это тоже. А, короче, здесь все можно полностью все удалить. Выкинуть. Все. Так, шкаф страшный. Какие-то картины. Как вот люди, вот я не знаю, умудряются так вот жить в таком сраче, извините. Воровок, это все выкидываем. Так. Картина какая-то страшная, все заплеванная. Так, это тоже все удаляем, выкидываем. Так, вот это, ну, выкидывать, говорят. Или это отмоем просто, ну, дай-ка мне швабру. Я попробую все это помыть. А, нет, смотри, все отмывается. В принципе, отлично, хорошо. Так. Холодильник, конечно, мы не отмоем, придется его выкинуть. Так, таракашки, да? Ну, с таракашками мы сейчас решим проблему. Так, тут все вычистим. Так, давай его, кстати, спылесосим. Да. Угу. Так, таракашки. А что они здесь жрут, интересно? Здесь вообще ничего из еды не кажется. Нет? Чем они питаются? Таракашки. А, я прям по тараканам хожу. А паркет ничего так нормальный, в принципе, да? Угу. Мы его помыли, и он более-менее стал хорошим. Так, все, таракашек мы сейчас быстренько всех спылесосим отсюда. Отлично. Отлично. Так, ну все. В принципе, готово. Так, смотри, я хочу холодильник продать. Да. Грязный холодильник. Так, вот это тоже страшная штука. Мы это удалим. Полочка. Тоже удаляем. Не нужна нам эта полочка. Так, я хочу, чтобы в моем доме было место для документов и книг. Так,
Там нет места для книг. Да, Господи, купим. Мне нужно место для моих книжек. Да ё-моё, чего вам все книжки нужны? А если я только неделю продам? Кто что скажет? Никто ничего не скажет. Ага. Так, здесь мы ничего не будем трогать. Так, здесь мы удаляем кровать. Комод. Комод удалим. А, смотри, дом без спальни, так не может быть. Мне нужна отдельная спальня в моем доме. Мне нужна только одна спальня. Понятно? Так, дом без спальни, мне нужна единственная спальня. Как это без кровати? Короче, им нужна кровать всем. Кровать нужна и место для книжек, то есть школочку. Так, это тоже уберем. Так, а еще немножко мусора нужно прибрать. Да подожди, сейчас все уберем, приберем, все будет чисто, офигенно. И мы продадим этот дом за... Сколько мы за 700? За 10 продадим миллионов, спокойно. Сейчас уберем эту грязь. Здесь по-хорошему плиточку положим сверху. Так, тут все нужно шпаклевать, е-мое. Это очень долго и муторно. Так, ладно. Так, сейчас вот тут выкинем сразу. Так, смотри. Ванна хорошая. Ой-ой-ой, что я удалил? Нечаянно выкинул. Ладно. Так, коробки тоже убираем. Так, мне нужно будет здесь все зашпаклевать по-хорошему. Так. А так дом, в принципе, хороший. Здесь мы сейчас уберем грязь. Так. Так, где еще грязь? Потому что я тут не вижу. А, вот, смотри, на потолке грязь. Ну, в принципе, я хорошо прибрался. Даже здесь. Так, тут еще что-то грязь. На стене. Хотя у меня стены, я думаю, все-таки либо обои поклеим, либо покрасим. Я не знаю точно. Так, и вот этот светильник может подать, такой страшный. Так, это тоже страшно. Так, вот это тоже страшно, мы сразу с паутиной его удалим. Все, выкинули. Так, я тоже тебя выкину. Так, смотри, у меня здесь, это не грязь, нет, нормально все. Ну ничего, мы сейчас это все покрасим. Начнем с этой большой комнаты. Так, покраска, краска, сейчас посмотрим, где у нас краска. Ух ты, более высокая плата, давай это совершенствуем. Платеж за заказы плюс 50%. Так, усовершенствуем. Есть, хорошо. И быстрые заказы еще здесь, что можно усовершенствовать. Так, заходим в магазин, выбираем краску. Краска, нам нужна краска. Так, все опять на английском. Секунду. Краска. Краска. Ага. Нет. А мы здесь так. Так, краска. Так, здесь я хочу просто в белый цвет покрасить. Да, да, да. Белый цвет. Раз. И еще раз ее покупаем. Два. Берем, значит, валик. И начинаем красить. Так, а ну-ка посмотрим. А, что он пишет? Тебе нужно что-то там... А, оно не красит, смотри. Оно частями красит, потому что оно требует. Требует... Подожди, а почему серый цвет? Мне нужно брать краску из банки. А, ну давай. Так. Почему серым цветом красит, интересно? Ты заметил, смотри, тут белое, тут серое. Ну ладно. Хочешь так, пусть будет так. Так, это сейчас мы все быстро скрасим, скрасим. Так. Отлично. Надо будет еще потом купить нам двери во все комнаты. Так. Да, смотри. Здесь получается белый цвет, да? Нет, смотри, он тоже серый. Я что-то понять не могу, подожди. Белая же краска была. Или может здесь освещение просто так падает? Не знаю, не знаю. Так, где красочка? Вот она. Так, набираем.
Сейчас посмотрим, может быть, мы в этом доме давать не будем, останемся здесь жить. Так, а здесь, знаешь, смотри, требуется, знаешь, шпаклевка. Так, ну-ка. Ага. Гипс нужен, гипс, такая шпаклевка. Вот, гипс нужно купить. Ставим. Так, извини, наша шпаклевка. Не, подожди. Вот этот берем. А, давай, Е. О. Есть. Так, оно. Так, взять без балки. Так. Сейчас замажем это всю комитетку. О. Так. Здесь тоже все аккуратненько сделаем. Так, а это тоже нужно, нет? Я не помню. А, нет, эта часть нам не требуется, да? Так, а где-то я еще видел. Нет, это просто грязь. А где-то в комнате. А, вот, смотри, видишь, сейчас мы сейчас заделаем все. Вот, отлично. Только бегать далеко мне нужно. Бегать. Надо будет потом поближе поставить. Так. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей.